Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Этот вопрос обсудили в Ханты-Мансийске на окружном инвестиционном совете. К проекту по внедрению такого стандарта сегодня присоединились уже более 10 компаний. Он позволит повысить производительность труда, а также полностью укомплектовать профессионалами производственные предприятия. Завершение внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения запланировано на март 2022 года. Также на инвестсовете говорили о снижении административных барьеров, создании комфортных условий для ведения бизнеса, соблюдении баланса интересов предпринимателей и власти. Сейчас в Югре, когда вводится тот или иной нормативно-правовой акт в предпринимательской сфере, власти применяют механизм оценки регулирующего воздействия. Она позволяет посмотреть социально-экономический эффект от новых мер и в случае необходимости отправить документы на доработку. Во многом это произошло в результате расширения использования информационных сервисов, в том числе использования рассылки подписчиков сведений по новым нормативным инициативам. В этом направлении работу необходимо развивать, использовать для привлечения финансового сообщества все возможности сети интернет, социальных сетей.